Котел пищеварочный, КПМ, предназначен для кипячения воды, приготовления бульонов, первых блюд, напитков, компотов и рассолов для консервирования. Объем котла 250 литров. Котел используется на предприятиях общественного питания в составе технологических линий. Полная техническая характеристика, наименование конструкции котла, возможные неисправности и методы их устранения приведены на плакатах в вашем рабочем цеху. Подготовка и порядок работы. Перед работой надо проверить целостность и надежность заземления и других элементов котла. Открыть крышку котла. Установить носик крана в направлении варочного сосуда. Налить требуемое количество воды в варочный сосуд. Закрыть крышку котла. При заливке холодной воды в горячий котел обязательно должен быть открыт кран наливной воронки. Настройка температуры. Установить переключатель мощности в положение 3. При этом загорается лампочка «Работа». Закрыть кран наливной воронки при проявлении ровной непрерывной струи пара из воронки. После закипания воды в варочном сосуде переключатель установить в положение 2 или 1, в зависимости от необходимой интенсивности кипения воды. Выключение. По окончанию приготовления продукта выключить котел. Для этого установите переключатель в положении 0. Для экстренного отключения котла используйте кнопку аварийной остановки. Техническое обслуживание и ремонт котла должен производить электромеханик 3-5 разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности. Запрещается использовать котел для приготовления джема, повидла или мусса.